Депутат Мособлдумы от «Единой России» Дмитрий Голубков вместе с одинцовскими партийцами и молодогвардейцами проверил ход строительства школы на 550 учеников в поселке Горки-2. Инспекция прошла в рамках реализации партийного проекта «Новая школа» и контроля исполнения наказов народной программы. Благодаря сопутствующим погодным условиям работы идут с опережением графика. Строительство планируется завершить в мае 2024 года.